Это, слушай, а есть кукуруза? Есть, да. Это, и, ну и сколько стоит и как выглядит? Покажи. 10 рублей штучно. А, недорого. Так, давай-ка на 100 рублей нам. Смотри, у тебя есть сотка. Да. Давай. Смотри, 10 рублей. Я тебя не снимаю, я это видеоблог веду. Пойдет, пойдет. Сколько так, надо? 10 рублей штука, короче, стоит у парня кукуруза. Сколько? Ну, на 100 рублей. Берем, короче, прям 10 штук. Давай сразу нам пакетик. Бесплатно пакетик подаришь? Все, спасибочки. Все, 10 штук набирай. Любых вообще просто скидывай. От души это вообще дешево. Мы дешевле не увидели. Прям красава. Ой, да, за 100 рублей 10 штук. Я, ебать, с Геленджика приехал. Прикинь, 100 рублей штука стоит. Где ты? Из Геленджика сейчас приехал. Мы с тобой когда в Ялте были, в этом году, по-моему, 80, да, стоило? Голубицкий полтинник, да? Ну, там всегда дешевле. Ну, а так, прикинь, одеть 10 рублей. Нормально. Не, ну там уже приготовлено, да? Да. А я пока он набирает цены, покажу. 100 рублей, короче, стоят помидоры, 85 такие. Перчик 65. Слива такая 115, груша 190, да, груша дорогая, да? Виноград 150, такой 200, 180, 110, 130, 185, 130, 110. Ты деньги отдал? Найди сотку. Найди именно. Да, вот. Все хорошо. Блядь, заебись, мы с тобой сегодня кукурузу запаковываем. Блядь, не дешево. Хоть выходи, блядь, сам торгуй по 35, блядь. Ну, осторожней, осторожней. Это, на свай убери в этот, в пакет. Рядом, а он потому что там лежит, весь подавится, блядь, от такого веса. Так. А, нет. Блядь, да. Придется так. Штаб Путина мне подарили в этом, в поезде. С администрацией президента работали там они. Люди, я с ними водку пил в поезде. Подарили мне такой значок. Все, спасибо тебе большое. Все, мы ничего не должны? Все, спасибо. А, мы до сих пор не забрали. Ты ничего не должен, все. Да-да-да. Все, не влезли никак. Влезли. Все, спасибо тебе, нихуя мы. Не ссать. Нихуя. Видали, на 100 рублей взяли полный пакет кукурузы. Вообще охуенно. Огурцы, кстати, не очень дорогие, 55 рублей стоят. Такие. 75, полтинник. 70. Гуля-гуля, гуль-гуль-гуля. Здрасте. Опа. Это Новосибирск, детка. Шляпный город. Да, такой не очень. Все дешевое, блядь. Куличиков приехал, там и по цены такие нахуй. 5 раз все дороже. Так, вот там, да, перейдем. Смотри, нет, ну. Пиздец, мы сегодня, блядь. Дождик было, заебись, что сейчас не дождя мы гоняем. Ну, он будет, смотрите, тучи какие. Тучи прям жесткие, короче. Все затянуто.
приехали на площадь Марса купить кукурузу. Полтора часа дорога в одну сторону. Да и письмо кукурузу, не пойму, у нас сотку взяли кукурузу, полный рюкзак, блядь. Вообще красавчики. Мы сейчас сразу приедем, сразу купим водки, да? Да, наверное. Две бутылки. Посмотрим. Швепс. Стопудово, за пивку Швепс. Вот здесь картошка хорошая. Мы купили за 26 за лупу. А здесь за 30 хорошая. Ну не будем тебя нагружать. Ты сможешь это мешок вести? Ну надо тебе просто на меня закинуть, проверить. На спину. Лямки сделать, прикинь. И вот рюкзак. Просто мешком метровый зашел. Провалишься под землю. Ну, мне кажется, у меня после этого такие проблемы со спиной будут. Даже если я умудрюсь 10 метров пройти хотя бы, я после этого, ебать, потом, блядь, буду лежать, нахуй, водку пить. Сейчас сразу домой, дальше. У меня аж рука трясется, я прям чувствую. Пиздец, у меня сейчас только похмелье началось, прикинь. Давай подешевле, блядь, ну оно дорогое. Давай сейчас найдем, короче, какой-то магазин и прям по дешевому мороженое схаваем, да? Оно маленько и освежит, и вообще. Кстати, это, на речнике можно нормально хот-доги взять. Не-не, мы сейчас на еду вот так деньги не будем тратить, у нас еды дома. Мы лучше яйца с тобой пошарим. Во-первых, питательно. Во-вторых, ну смысл, мы вот там через час уже поедем. А вот мороженое дешевое где-то в супермаркете, давай возьмем. Так чисто маленько отвезет. Во-первых, сушняк, ебаный. Прямо у нас тогда, в Кольцово. Мороженое? Ну да. Я сейчас не хочу вообще ходить в магазины. Тоже, да, это уже это. У меня вообще уже нервишки начинают это. Подшатываться. Во-первых, эта ситуация, вот эта беспонтовка. Вообще прям бред такой. Весь день проспали. Вот тут у нас баллотируется Евгений Лебедев. Решение, контроль, результат. ЛДПР. Так, что нам, блядь, делать? Муравейник. Да? Да, блядь, в Геленджике в раз в 20 больше народу ходит. Это вообще хуйня, я вот смотрю, вообще в Новосибе никого нет, блядь. По сравнению с Геленджиком. Да и с Ялтой. Ну, Ялта ни хрена себе, набережная. Ну. Кстати, она очень похожа на Геленджик типа. Ну, чем-то вот это вот. Формой, строением вот это. Возможно, даже один архитектор, это инженер там еще проектировал. Скоро уже переходить будем дорогу. На рублей 200 стоит, и контейнер рублей 200, и за пятихатку мне сучили эту хуйню, короче, прикинь, на пятишку. Прикинь, когда они продают, они думают, о, ебать. Прикинь, звонит кенту и говорит, ебать, на бутылку водки уже заработал. Да, дура одна пришла, купила у меня черепаху. За сколько сегодня отдал? Да не поверишь, блядь, за 7 соток, нахуй, верил ей. Какой толстый дядя. Ничего не поменялось. Год назад я шел по этой же улице с телефоном, блядь. Снимал. Только мы год назад больше гнали, короче, на улице. Все по хуйню. Они заколебали. Это фраза. Заколебали. Ее заколебали. Блядь, нихуя сейчас 40 минут ехать на автобусе. Сейчас, а где метро? Я забыл. Вот так. Вот там, вот за этим зданием метро. Я на скорой лампад.
требуется кассир на туалет. 8 тысяч зарплаты. Просто 8 тысяч. Ну люди, блядь, я не знаю. 8 тысяч это, братан, ну это по-любому даже не стоит работать. Мне кажется, я лучше, блядь, хлеб буду с чаем пить, чем я буду, блядь, даже за 15 тысяч работать. Это прям унижение какое-то. Хорошо получилось. О, какие цветочки у вас красивые. Все, вперед. Не будем останавливаться. Извиняюсь. Так, вперед, бип-бип. Проходите. Такая милая. Невеста прям. Невеста прям выросла. Вот здесь народу много. Всем привет. Привет, привет. Привет, привет, всем привет. Ой, здрасте. Блин, привет. Мы видеоблог ведем, мы себя будем снимать. Ой, блин, какая милая. Прям невесточка такая. Можно попросить? Вот просто? Ясно, до свидания. А вы что будете предлагать мне? Какой услуг? Расскажите, пожалуйста. Нет. Блять. А что? Вот я не люблю эту страну. Поганость. Вот такая вот. Ну, это подарок домой бесплатно доедет. Давайте, давайте, пожалуйста, возьмите. Это подарок. Кольцо у меня нет. У меня нет ни золота, нету ни денег. Возьмите, пожалуйста. А себе оставлю тогда. Не едет на метро она. Пешком будешь? Шлюха. Да? Ну, эта шлюшечка хорошенькая была. Вот на потрохушке бы она согласилась. Вообще здорово было бы. Под водочку. Под водочку, да. И по очереди, прикинь. Как... А что тут? А, то так. Так. Мы за вами, давайте. Успеем? Что у вас? Блядь. Такая вот хуйня, короче. Все, побежим на поезд, или опять какая-нибудь херня получится. Ёбаные люди. Бежим на поезд. Догоним его? А ну остановите поезд! Маришка! Нормально там получилось. Площадь Маркса. Короче, похмелье, пиздец, все так плохо на самом деле. Ужас. Пить охота. Прокат электросамокат. Я там в метро, короче, на какой я вылез тебе позвонить. Я нашел розетку. Я думаю, если приехать туда с виртуальной реальностью, получится. И видос снять, да? Бесплатно виртуальная реальность метро в Новосибирске. И это вот, да, просто полностью. Прикинь? Хотя бы 5 минут успеть, да, пока тебя не задержали. А что будет? Да ничего не будет. Мне тоже... Это даже не хулиганство. Ну просто с карты будет общение, отсюда. Просто пообщаются. Ну да. С карты идите отсюда. Главное не пьяным просто быть. Ну да, да. А тогда точно прям, блядь, 15 суток дадут, да. Какая картина, что творила.
да? Такие видосики смотреть, да? Девочки, да? Да, кстати. Невеста? Невеста? Крутится, короче. Голова уже крутится, болит. Вот и все. В разные стороны девчата сидят. И такие все милые. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция Студенческая. Уважаемые счастливого пути. И взаимовежливы. Уступайте места пожилым людям, женщинам и пассажирам с детьми.
окно, блядь, поснимал, посидел. Темноту. Как-то у тебя происшествие произошло, я не знаю. Все, пока. Слева пути. Вам и вашим пассажирам. Ты помнишь, как мы здесь на карачках на перегонке? Что за звуки? Боюсь проходить, мне в Москве ногу так отбило один раз. Так, ну и чё, ребятушки, вот мы приехали, сейчас вызовем мы такси и поедем дальше. Вон колесо обозрения. А чё, ты покурить хочешь? Вызови такси. Стой. Так, все, ребятушки, мы отключаемся. Давайте ради интереса, вот мы же купили кукурузку. Спросим, сколько здесь стоит. А, 6 штук 100 рублей. А там? А мы... 10 штук 100 рублей. А, да. Мы купили 10 штук за 100 рублей. Ну и там повезло. И не около метро, конечно. Всем привет, hello! А что, классный, да? Это кожа, да? Нет, это не кожа. Здрасте. Документы, правильно ваши? Давай. Фильм снимаешь, что ли? Да, да. Документально. Видеоблог. А что случилось? Просто решили проверить? Да нет, смотрим, мы фильм снимаем. А, что? Разрешение спросили у торгового. А, то можете, есть... Можете паузу потом? Ну, я думаю, наоборот, лучше поснимать, потому что, ну, всякое бывает. С Новосибирска? Нет, я с Геленджика только что приехал вчера. Геленджика? Да. Предприниматель. Гостиком? Вот ему. Кольцо. А вы с Новосибирска? Кольцо. Кольцо. Проблем с законом не было? Никогда не было? Нет, конечно. У меня разрешение, лицензия на охранника. Какие у меня проблемы? Я кандидат в депутаты партии «Единая Россия». Не-не, все, мужики, нормально все? Да, да. Все. Все, спасибо вам. Вопросов нет? Вам тоже. Все, вам. До свидания. Я вам. Просто я кандидат в депутаты, меня, в принципе, даже допрашивать нельзя. Так, давай тачку вызовем, отойдем. Ты видал, да, как это работает? Видел? Ну, кому кули, вот просто чик, все. Все, счастливого пути. До свидания. Все, вот, Дима.
радостный, у него документы спросили, у Димы вообще документов нет.